Естественно, всегда в тренде. Уже традиционно на территории Щелковского района проходит экологическая акция «Эко-мода». Молодые люди и девушки, представители молодежных экологических отрядов и трудовых бригад демонстрируют свое видение одежды и аксессуаров из вторсырья, таким образом привлекая внимание к важности темы окружающей среды. Главная цель данного мероприятия – это развить у молодежи экологическое мышление, развить у молодежи экологическую фантазию, чтобы они видели глубже. В данном случае мы представляем поделки из таких материалов, как бутылка, диски, упаковочные материалы. Подарить вторую жизнь газетам, пластиковым бутылкам, дискам, упаковочным материалам. Из, казалось бы, непригодных вещей ребята создают предметы одежды, а также головные уборы и украшения. Вашему вниманию представляется наряд в стиле эко-барышня. Наряд выполнен из старого платья, которому пришиты необыкновенной красоты золотистые бантики от вкусных конфет. Украшает платье, сделанное в виде шлейфа-занавеска, который драпирирует и обрамляет платье. Оценивала номера конкурсантов строгое жюри. Помимо дефиле в программе конкурса значились и творческие выступления участников. Для самовыражения нет границ. Всего в мероприятии приняли участие 3 экологических отряда и 3 трудовые бригады. Для ребят конкурс «Эко-мода» стал не только возможностью выразить свои творческие идеи и задумки, но и шансом еще раз задуматься о том, как важно беречь окружающую среду. Мы надеемся, что в будущем, когда вы будете гулять по своему городу, по своему поселку, вы будете больше видеть, больше понимать, а значит любить Щелковский муниципальный район. Дарья Снегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».